сейчас будет совсем начинающий комик. Давайте его очень тепло встретим. Это его пятое выступление, Максим. Саша Мухадинов. Мухитдинов. Похлопайте те, кого писали в личные сообщения люди в социальных сетях. Совершенно вам неизвестны. Вот мне написал один человек, и он попросил меня проверить на верность свою девушку, зайти ей на страничку, написать что-нибудь, ну, проверить, ну, захочет ли она сделать так, чтобы я был ее парнем или нет. Но я зашел на ее страничку, и у нее на аватарке она и этот парень. Этот парень очень крепко ее целует, так держит и целует. Я ей объяснил, если на аватарке она позиционирует себя как человека с тобой, это означает то, что ну, вы две любовные половинки вместе соединились. И что он мне сказал? Все бы ничего, но только у меня нету на этой фотографии. Представляете, если бы они ходят по парку так, любой день, они ходят, он решил купить ей два стаканчика мороженого, ну, себе. Он покупает два стаканчика мороженого, оборачивается и видит, она целует совершенно другим парнем. И какая у него будет реакция? Он будет идти вокруг и говорить, это что-то слишком очень подозрительное. Может спросить совершенно незнакомого человека, верна ли она мне? Верна ли ты мне? Ребят, похлопайте те, у кого есть друг дебил. Вот у меня есть друг дебил. Он учился в ПТУ, сейчас учится в колледже, потом поступит в вуз, но развивает человек. И чтобы вы понимали, насколько он тупой, он учится общению с девушками по программе Сержа Горелькова «Предварительные ласки». И привлекает его пока что только бомжих. И ему 22 года, и он не поступит в армию. Почему? Потому что у него есть на то две причины. Я его спросил, что это за две причины. Первая причина – это то, что у него плоскостопие. Но у меня тоже плоскостопие, и это ничего не влияет. Я все равно пойду в армию. А вторая причина – это потому, что у него фигня в голове. Представляете, ему делают МРТ, снимок мозга. Профессионал смотрит, говорит, у всех мозг как мозг. У него какая-то фигня в голове. Похлопайте, пожалуйста. Что я написал? Такое дебильное ощущение, я читаю по руке вообще. Почему на листочке написал? Это очень длинная шутка, и я ее забыл. Нужно было написать разборчивее, блядь. Сука. Может, потереть, что ли, я не знаю. Не, ну если бы я прочитал это название этой шутки, вы вообще все очень сильно бы смеялись, я уверяю вас. Деньги, блядь, что я написал? Блядь, я не могу прочитать это. Давайте аплодируем. Только начинает.